לדבר טיפה, יש פה שתי נושאים, בהתחלה אם אנחנו מסתכלים ב-26. Здесь выделяются две главные темы, если мы смотрим в 26 главе. אז שם מדובר על להביא מתן תודה. И там говорится о том, как мы благодарим Господа, благодарение. כשאנחנו, היבול הראשון יוצא, צריך להביא תודה לאלוהים. То есть после того, как мы получаем первые плоды земли, мы их приносим перед Господом и тем самым благодарим Его. אני רוצה לדבר טיפה על נושא אחר שהולך, כאילו אחרי זה, זה מדובר על כל הברכות והכללות שמגיעות. Но я хочу и поговорить о другой немного теме, которая здесь в этой главе встречается, это о благословениях и проклятиях. אז נתחיל מדברים פרק 27. И мы читаем из 27 главы. אז אני אספר בקצרה מה הולך. משה אומר לעם שכשיעברו את הירדן אז שיבנו מזבח לאלוהים. И Моисей он объясняет народу, что когда они перейдут Иордан, то они должны построить жертвенник Господу. כן, ויעלו עולות לאלוהים. ואז משה מכריז בפסוק 9, היום הזה נהייתם לעם לאדוני אלוהיך. Молчи, Моисей говорит, молчи и внимай, Израиль, сегодня вы стали народом Господа вашего Бога. Слушайте же Господа вашего Бога, исполняйте Его повеления и предписания, которые я возвещаю вам ныне. אז משה מביא מצוות וחוקים נוספים למה שבנוסף למה שהיה לפני. То есть к тем заповедям, постановлениям, которые были раньше, Моисей теперь добавляет еще что-то новое. אז אנחנו רואים שמשה מצווה על שמעון, לוי, יהודה, יששכר, יוסף ובנימין לעמוד בהר גריזים. И вот мы видим, как колена они разделяются. Одна часть стоит на горе Горизим, другая стоит на горе Ивал. כן, אז אחת עומדת על גריזים ומברכת, והשנייה עומדת על הר Ивал, Ивал и Майн. И одни они благословляют, а другие они произносят проклятие. ואז עוברים על כל הכללות. ומה שמעניין לא כתוב מקולל, כתוב ארור, אוקיי? זה משהו שמשנה את הגוף. И вот когда идет перечисление всех проклятий, то используется особенное слово, то есть в иврите есть два слова, есть просто мекуляль, то есть как бы проклято, есть арур, что значит более тяжелая форма вот этого проклятия. מזגיע עיוור בדרך, וככה זה מתחיל עד פסוק 26. ארור, ארור, ארור. И вот мы читаем с 15 стиха примерно по 26, где все время это слово повторяется. Кто сделает изваяние, литую статую, мерзость для Господа, творение ремесленника, и тайно установит, да будет проклят. И вот да будет проклят, да будет проклят. Мы видим, как это повторяется несколько раз. וכל מה שאנחנו נקרא פה, באמת כדאי לקרוא ולשים לזה תשומת לב, כי זה גם אקטואלי להיום. И я всем советую прочитать эти стихи, даже вникнуть в них, потому что это все актуально и сегодня. ואז אנחנו קופצים לפרק 28. И если мы перейдем в 28 главу, ובפסוק הראשון כתוב, והיה אם שמוע תשמע בקול אדוני אלוהיך לשמור לעשות את כל מצוותיו אשר אנוכי מצווה היום. И здесь написано так, если вы будете слушаться Господа вашего Бога и строго соблюдать, исполнять все Его повеления, которые я возвещаю вам ныне, то Господь ваш Бог возвысит вас над всеми народами земли и так далее. אז פה הוא בעצם אומר שאם אתם תקשיבו, אני אברך אתכם. И то есть таким образом он говорит, что если вы будете слушать, вы будете получать благословение. ואני אביא לכם קצת דוגמה איך זה נשמע. ובאו עליך כל הברכות האלה וישיגוך כי תשמע בקול אדוני אלוהיך. ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה, אדמתך ופרי בהמתך, שגר אלפיך ועשרותיך צונך, וככה זה מתחיל את פסוק 13. И вот, например, со второго стиха мы прочитаем несколько благословений, которые нам полагаются за это. Вот благословения, которые снизойдут на тебя и сбудутся, если ты будешь слушаться Господа твоего Бога. Благословен ты будешь в городе и благословен в поле, благословенно будет твое потомство и урожай твоей земли и так далее. ואז בפסוק 14-15 אנחנו רואים שכתוב ולא תסור מכל הדברים אשר אנוכי מצווה אתכם היום ימין ושמאל ללכת אחרי אלוהים אחרים לעבדם והיה אם לא תשמע בקול אדוני אלוהיך לשמור לעשות את כל מצוותיו וחוקותיו אשר אנוכי מצווה היום ובאו אליך כל הכללות האלה והשיגוך.
И вот, то есть здесь он в 14 стихе мы видим, как написано, если не будете уклоняться ни вправо, ни влево от всех заповедей, которые я возвещаю вам ныне, если не пойдете за другими богами, не станете им служить, то есть что мы должны делать, чтобы это нас не достигло? ועכשיו, מה שמעניין, אם אנחנו מסתכלים על זה, הוא אומר שאם אתם תפרו את, ה, את השבועה, את ההבטחה שלנו, את ה... И если мы нарушим вот эти вот все заповеди, постановления, то за это нам будут полагаться проклятия, которые также здесь дальше перечисляются. И то, что можно заметить здесь, это то, что это очень похоже на те же благословения, только с другой стороны и в более сильной форме. ובפרק 27 אנחנו רואים שאלוהים מביא לעם ישראל חוקים נוספים. В 27 главе мы также можем увидеть, что Господь здесь дает новые повеления. לפני שהם נכנסים לארץ המובטחת. Повеления, которые именно актуальны в земле, в которую они должны войти. ואם אנחנו מסתכלים על החוקים האלה, תכלס זה חוקים של מוסר. И если мы смотрим на эти заповеди, то можно увидеть, что это как это мусар. קיצור, חוקים שישמרו על, על ישראל להיות קדושים, תאורים. Это заповеди, повеления, которые вот, да, моральные, которые относятся к морали. כן, זה חוקים של אדם מול אלוהים ואדם מול אדם. То есть заповеди между человеком и Богом и между людьми. שלא היו כמו שהם היו לפני, זה שזה היה התחלה חדשה. То есть, чтобы они не были какими-то там варварами, как когда-то другие народы. ואז בפרק 28, אלוהים עושה ברית. И в 28 главе мы видим, что Господь, Он заключает, обновляет завет. И это подобно, как и сегодня в наше время. Есть договор, который мы подписываем, когда в квартиру заходим, когда на работу идем. То есть есть определенные условия там, определенные установления, постановления, и мы подписываемся под ними. אז פה זה אותו דבר, אם אנחנו מפרים את החוזה, את הברית עם אלוהים, אז כל הברכות שהבטיח לנו בעצם מתבטלות ומגיעות כל הבעיות. И таким образом, если мы нарушаем вот этот вот договор, который Бог заключил с нами, то, естественно, на нас идут разные проклятия, и отменяется все то, что там было написано, благословение. אז אם אנחנו מסתכלים על כל ה... מקום הזה אנחנו בעצם רואים כמו חוזה שחור על גבי לבן בינינו לבין אלוהים. То есть это договор, где в черном по белому написано, что требуется от нас. ואנחנו לא יכולים להגיד שזה לא קשור אלינו, שזה קשור רק לדורות הקודמים שלנו. И мы не можем сказать, что к нам сегодня это не относится, а это относилось вот там к нашим отцам, когда они там из Египта выходили. אפשר לראות את זה בפרק 29, בפסוק 12-14. למען הקים אותך היום לא לעם, והוא יהיה לך לאלוהים כאשר דיבר לך, וכאשר נשבע לאבותיך, לאברהם, ליצחק וליעקב, ולא איתכם לבדכם, אנוכי קורא את הברית הזאת ואת העלה הזאת. כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום לפני אדוני אלוהינו ואת אשר איננו פה עמנו היום. И вот в 29 главе мы можем увидеть с 12 стиха, что все это актуально именно и для нас сегодня. Написано, вы вступаете в скрепленный проклятием договор с Господом вашим Богом. Господь ваш Бог заключает с вами ныне этот договор, чтобы сделать вас своим народом и стать вашим Богом. Он обещал это вам и давал такую клятву вашим прародителям Аврааму, Исааку и Якову. И не только с вами заключаю я этот скрепленный проклятием договор. Этот договор и с теми, кто ныне стоит здесь вместе с нами пред Господом нашим Богом, и с теми, кого нет с нами ныне. אז בעצם אם מסתכלים בקצרה, את אשר ישנו פה היום, זה בעצם האנשים, כל האנשים שנוכחים, לא רק עם ישראל, גם האנשים שנספחים ונמצאים באותו הרגע נתון שם. И когда вот эти вот стихи написаны, что с теми, кто стоит с нами сегодня, говорилось обо всем Израиле, который там был, но не только о нем, и также о других, может быть, народах, племен, которые прилепились к ним на тот момент. ואז כשאנחנו רואים, ואשר איננו פה עמנו היום, זה מדובר על התקופות אחרי זה. על הנכדים, על הילדים. Слова, где написано, что и с теми, кто не стоит с нами сегодня, можно понять также по-разному интерпретировать. Одна из интерпретаций это вот следующие поколения, которые придут. אז זה כן נוגע בנו. То есть это мы, можно сказать. ומה זה אומר לנו? מה החוזה הזה, האם הוא אקטואלי להיום?
И что мы можем сказать о этом договоре? Актуален ли он сегодня для нас? אז בטוח כל אחד מאיתנו חווה איזה, אולי מחלה, אולי איזה קשיים כלכליים, קשיים פיזיים או דברים כאלה. Каждый из нас, он проходит разные ситуации в жизни. Может быть финансовый какой-то кризис, крах, может быть болезнь. אז בפרשה הזאת מוצגים מלא מלא דברים שכדאי לשים לב אליהם, להסתכל אליהם, אולי אנחנו עושים משהו שכתוב שאסור לעשות. וот в этих главах написано разные виды проклятий. Может быть, иногда стоит обратить внимание, что там написано, и мы можем увидеть какой-то свой пример. אז כדאי לעשות איזה הפסקה ולבחון את עצמנו. И тогда нам нужно просто остановиться и подумать, что с нами происходит, проверить самих себя. А возможно, это просто Господь хочет нам что-то показать. И я хочу связать это с притчей, которую говорил Иешуа, где в Матфеи написано «Дом, построенный на скале». כן, אז איפה שכתוב ששים את הבית על, על הסלע, לא על החול, הוא יעמוד איתן. Я думаю, многие из вас помнят эту притчу, где говорится, что если ты построишь дом на песке, там дождь пойдет, он развалится, а если ты построишь на скале, то он устоит. אז מה שקורה איתנו מרוב הרוטינה שלנו, מרוב הריצות בעולם הזה, אנחנו שוכחים, אולי אנחנו עברנו על החוק, אולי עברנו על החוזה. И мы вот живем в нашей жизни все время... Рутинная наша жизнь, работа, дела какие-то. И, возможно, мы где-то забываемся и должны проверить себя, что же с нами происходит. Может быть, мы приступили к какую-то заповедь, повеление. כן, זה קורה לכולם, זה יכול להיות בכל מקום. איפה שיש חוזים, אנחנו תמיד יכולים לעבור על החוזה. Это происходит со всеми нами, везде, где есть какой-то договор, возможно, мы где-то его нарушили. אז לכן כדאי לעצור, ובאמת לבדוק את עצמנו, את עצמנו מול אלוהים, איפה אנחנו חטאנו, איפה אנחנו עברנו על החוק. Поэтому стоит остановиться и проверить самих себя перед Господом. Может, мы в чем-то согрешили. שנראה את עצמנו עומדים על סלע, לא על חול. Чтобы мы могли стоять твердо на скале, а не на песке. אבל בשבילנו כבתור מאמינים, אפילו אם אנחנו עוברים על זה, יש לנו את הישוע, יש לנו את ישוע, האל החי שיכול לכפר עלינו. Мы можем увидеть, что несмотря на то, что здесь есть много разных проклятий, которые могут прийти в нашу жизнь, если мы где-то оступились, но мы должны понимать, что мы как верующие, у нас есть Иешуа. וישוע הוא הגורם שמחזיק את הברכות האלה, שהוא לא לוקח אותם מאיתנו. И Иешуа это тот, благодаря которому, с одной стороны, у нас есть искупление, с другой стороны, он тот, который дает нам эти благословения и защищает от проклятия. וזהו.